Всем привет, меня зовут Аня. Это вторая часть моего влога из Польши. Я сейчас нахожусь в польском лагере. Сегодня мы поедем в парк развлечений, а сейчас у нас 8 утра, и мы скоро пойдем на завтрак. Сегодня у нас нет занятий польского, потому что сегодня воскресенье, 26 августа, вот, а в воскресенье занятия не проводятся. В общем, оставайтесь со мной, я думаю, что вам понравится. Приехав в Жилинево, мы не пошли кататься на типичных аттракционах и горках. Их там и не было. Вместо этого нас прокатили на крутейшем паровозике с трактором. Вот это был адреналин. Мы не успели прийти в себя после бурной поездки на тракторе, как нас пригласили на просмотр представления. А вы так умеете крутить веревкой? Камера? Сейчас нашли вот такой вот мини-зоопарк. Ребята, это кто? Это ангельская миниатюрная свинка. А что ангельская? А вон смотри, там еще одна. Тебе вкусно? Смотрите, какой у него дом. Там еще одна. Обезьянка Джонни. Эй, эй! Улыбочку. Молодец, красавчик. Боже. Джонни? Да. Я не упустила возможности побывать в роли гонщика. Мне предоставили скоростной электрокар, и я как Шумахер наматывала круги, воображая из себя крутого водителя. Надеюсь, что в будущем я с легкостью сдам на права, ведь опыт вождения у меня уже есть. В 2 часа дня мы, забравшись на трибуны, внимательно смотрели опасное выступление местного ковбоя и его коня. Было интересно и в то же время страшно за коня, то есть ковбоя. Так, мы сейчас катаемся на электровеликах. Да, мы сейчас катаемся на электровелосипедах. Мне попался трехколесный. На самом деле очень трудно водить, тем более одной рукой. Он сейчас едет напротив меня. Привет, Аня. Аля едет. У нее вот такой вот транспорт. Это у меня вторая попытка заснять для вас
Конечно, я еду не по правилам, но если я еду по правилам, я бы спокойно. Ну вот и подошел к концу наш день, проведенный в Женеве. Всем советую это место для посещения. Сюда стоит приехать уже ради того, чтобы покататься на паровозике с трактором. В целом, мне очень понравилось, и я осталась довольна.